какая проблема от кондиционера? Он пересушивает воздух. Пересушивает воздух, пересушиваются слизистые. И раздраженные сухие слизистые, разумеется, больше подвержены действию болезнетворных микробов. На начальных этапах, когда только почувствовали недомогание и першение в горле, помогут полоскание с ромашкой, например, теплое питье и ингаляции. На любой слизистой живут какие-то микробы, которые в нормальном состоянии не вызывают воспаления, но при ослаблении защитных функций слизистой они активизируются и развивается какая-то бактериальная инфекция. То есть, если мы в самом начале пронгалируем глотку с диоксидином, там, хлоргексидином, вполне возможно, что это не даст возможности развиваться болезнетворным микробам и вызывать воспаление в глотке и дальше в гортани. Увлажняйте воздух, потребляйте много теплого питья, а при появлении серьезных симптомов кашля, осиплости голоса обращайтесь к врачу. Самолечение может привести к серьезным последствиям, таким как трахеит.